С тех пор, как вакцина «Спутник Ви» прошла испытание и стала массово производиться, жители Ульяновской области активно вакцинируются. Специалисты Минздрава рассказали, как движется процесс и скоро ли наш регион сможет считать себя в безопасности от коронавируса. Прививочная кампания у нас уже идет полным ходом, и вакцинировано у нас порядка 50 тысяч человек. То есть мы привили на сегодняшний день 10% населения. По плану у нас должно быть привито 470 тысяч человек. Вот. А полностью завершили вакцинацию около 35 тысяч человек. Вопреки расхожему мнению, получить прививку можно не только по месту регистрации. Если клиника возле вашей работы, то вы легко можете обратиться туда. Вам понадобится только паспорт и страховой полис. Количество желающих привиться вполне коррелируется с количеством вакцин, поэтому опасности, что кому-то не хватит, нет. Тем более, что в Ульяновскую область поступил новый транш вакцины – 7300 доз препарата «Спутник Ви». Кстати, всего с начала прививочной кампании в область поступило почти 65 тысяч комплектов вакцины. Предыдущая поставка в количестве 1200 доз была 28 марта. Сейчас достаточно равномерно она поступает, поэтому больших перерывов и каких-то острых ситуаций нет. Цель общероссийской вакцинации – достижение коллективного иммунитета, чтобы вирус стал безопасен для общества. Для достижения этой цели была разработана математическая модель вакцинации. Согласно целевым показателям, наш регион полностью выполняет все задачи по общероссийской вакцинации. Согласно прогнозам, которые делают специалисты на основании этой модели, количество вакцинированных перейдет в качество «здоровое население региона» к июлю 2021 года. То есть этим летом. Специалисты уточнили, что сертификат о том, что вы привиты, можно получить на сайте госуслуги. Кроме того, запись об этом будет сделана в медицинской карте пациента и прививочной книжке. Записаться на вакцинацию против COVID-19 можно по телефону 122, в личном кабинете, на портале госуслуг или в поликлинике. По вопросам вакцинации также можно обращаться в контактный центр Минздрава 8 800 270 73 07. Павел Половов, Юрий Ломатов, Юлправда ТВ.